Существующих вот этих данных немецких и японских говорится, что мне стало совсем плохо. С пятой колонной стало тоже совсем плохо. Да, выдержали тяжелейшую страшную войну. То есть такую войну, в принципе, никому мало какая страна может выжить. А нас выдержали, победили, взяли Берлин, да? Так вот, но здесь опять же какой момент есть? Сплачивающий фактор, который обеспечивает центростремительную силу, то есть бедняют страну. Они... Вот определяется верностью цели. А в 50-60 годы уже такой верности цели не было. То есть народ уже избаловался, что такое жить при капитализме уже не очень вкусно. И кроме того, там членов партии повыбили. Более подготовленных. Пришли хорошие люди, но теоретически слабо подкованы. И хотя бы 70-80 стало утрачиваться идея, которая теперь очень важна. А тут дальше светились козлы и внешние войны. Да и внутри это сработало, то есть больше следующее время декентализация как не найдет, да? И произнеслась эта речь, которая наверняка застала в позднем СССР. Очень четко и ясно говорит. Типа того, кто кого помнит. То есть нет, нет. Как вы рассказывали, что Украина помнит весь Союз. Это везде рассказывают, да. А при этом рассказывали, что они помнят Москву. В России как раз и говорят, типа, чего не помнят Союз. Сейчас мы будем заниматься этим.
Почему они обещали, что
Thank you.
Все, что я могу сказать, это все, что я могу сказать, это все, что я могу сказать.
идея – это один из факторов, который побуждает в людях патриотизм. Один из факторов, который побуждает патриотизм. И ведь что патриотизм – это есть национальная идея, я не знаю, это суксимарум какой-то дикий. А что же нам надо в качестве национальной идеи? Если мысли какие-то, то ну как? Мысли может быть много. То есть могут быть мысли вполне себе такие капиталистические, типа... Вот так у робота Бендер хорошая мысль есть, в принципе, человек, да? Типа, поставить под свой контроль какую-то часть мира, то есть, да? Но это правда идея, в основном, касается не народа, а руководства страны, в случае капиталистического государства. Захватить рынки сбыта, источники сырья, начать, так сказать, контролировать производство, круто, здорово, это может быть национальная идея. Но нам, к сожалению, сейчас ее прикинуть как-то слабовато. У нас тем более сейчас ребенка. Может быть, национальная идея, допустим, советская идея, начать строить светлую общество справедливого будущего, то есть начать строить коммунизм. Но это как раз-таки уже властям никак не подходит, а народу подходит, но пока это еще, так сказать, кто-то согласен, кто-то не согласен, кто вообще не знает этого. То есть не имеет мнения. Национальная идея может порождаться, допустим, какой-нибудь, ну, понятие, миссии народа. Ну, допустим, народа в свое время, Валерий Махонов, я просто не буду говорить, объединяла мысль внесения правильной веры ислама всех за лучше. А для этого такая же мысль в какой-то мере была национальная идея. Ну, не было на христиан. Мы тоже придем, все принесем счастье, всех научим любви, все станут добрыми христианами, а потом станут добрыми христианами, и так далее. Особенно, как их появилось на древних красивых крестовых. Это тоже может быть идеей. То есть вот какая миссия конкретная. Ну да, национальная идея, это просто даже возникает в организационной борьбе, как идея свободы и национального желания. Но это, допустим, возникло в нынешней современной Китае. Это все время устоял на этой идее в Китае. Не развалился, не превратился, так сказать, в кучу мусора, как, допустим, Африка. То есть Китай сумел возродиться после 100 лет позора. То есть тут он находит до победы. Но не знаю, он дает больше 100 лет прошло. Сумел подняться, да? На этой идее объединялись в Азии многие латиноамериканские страны. Но правда, когда идея оказалась реализована, оказалось дальше, что же это? Подойти и вот, что мы видим сейчас в Латинской Америке, на ней вот это мы видим. Она тоже поднялась в наш советский мир. Зачем он не поддерживает? Вот это порождается национальной идеей.
кого-нибудь напасть. Ну вот, например, Николай II такой момент с национальной идеей попробовал в 1700 году. Напал ли он? Нет, не напал. Он всего лишь, так сказать, приложил по насекомым, но это собирался в 1700 году. Японцы там собирались в это, еще начать набить раньше. Но клонял шутся направо. То есть Россия готовилась воевать? Да, хоть и враговой. Но только будет делать Корею и Северную. Сказал, что будет делать Японцы. А мы воевались. Вот, короче, да. Так что эта идея, она вызывает, как говорится, часто работает. Люди пускают. Но мне она лично сама тоже не нравится. Если вам нравится, то какой-нибудь историк, потому что это не отлично, так сказать, пополнить для того, что происходило в военной истории. Интересно, кстати, как это еще. Но сама идея грабить мне не нравится, это, я считаю, нехорошо. Но то, что грабить, нужно иметь еще достаточно силы, достаточно потенциала. В общем, некоторым образом, подводя итог, был и Советский Союз, колосс на длинных ногах не был, но в нем войны кризис. Ну, скажем так, он стал более длинным, был только, так сказать, железный, бронированный колосс, который было нельзя даже пошатнуть. А так он действительно как-то разрыхлился, проржавел в 80-х годах. То есть еще не совсем на длинных ногах, но... Принимали ли участие внешние силы в разгаре Советского Союза? Безусловно, принимали, но в дополнение к тому, что сказал ты, настоятельно всем желающим и интересующимся советую читать книжки американцев, например, сотрудников и руководства ЦРУ, которое оторвало Советского Союза, серьезно так, что никто не говорит, только не мог такая, для них это было неожиданно. То есть подрывная работа, безусловно, велась, ведется сейчас, активничаем образом, и вести не будет всегда. Но вовсе не значит, что там нам, так сказать, события. Она сыграла решающую роль. Она сыграла роль, как раз как вот стал более этот Советский Союз, да? В этот момент различные воздействия способны его раздергать. Но эти воздействия не были. Без них бы он, возможно, бы все равно не остался. То есть воздействия, они для этой цели необходимы. Да. Но просто нужно понимать, что они действительно велись всегда. А результат дают только иногда. Я бы, кстати, еще отвлекаясь в сторону, многие-то, судя по всему, тогда еще не родились, не говоря уже о том, чтобы помнить, что там было. Вот, напомню, тем, кто не видел, участия не принимал и свидетелем не был. Напомню, что Советский Союз рвали строго по национальному признаку. Были организованы народные фронты в Прибалтике, в Азии, на Кавказе, где каждый орал, что вот Азербайджан, он для азербайджанцев, а Армения, она для Армении. И а вот Россия для русских, как тогда ходила одна разумная присказка «Россия русским, чеченам деньги». Были здравомыслящие люди, которые думали о главном, но тем не менее порвали по национальному признаку. Вот Советского Союза больше нет, зато есть Россия, которую точно так же рвать предполагается по национальному признаку. Поэтому всем русским националистам, так себя именующим, пламенный привет. Все ваши идеи и все ваши действия ведут в нашу страну к необратимому развитию. И они, черные, помогают как раз-таки наших внешних врагов. То есть националисты в национальной стране – это главный помощник внешних врагов. И, подводя еще один дополнительный итог, обрушил известный тезис «Антисоветчик всегда русофоб». Тот, кто ненавидит Советский Союз, он оказывается перед весьма примитивным выбором. С правой стороны, правой, это Иосиф Леонович, а с левой стороны, левой, это ноль, чувак, если ты против всего советского, то ты против товарища Сталина, а значит ты за Адольфа Гитлера. Нравится тебе это, не нравится, ты уступаешь заодно с Гитлером. Ты гитлеровец, ты поддерживаешь все, что хотел сделать Гитлер с нашей страной.
Ну да, реализуешь план остров. Вы будете светить, этим и занимается. Ну и кстати, опять же, маленькое дополнение совсем. У нас народ в основном все-таки просоветский, и поэтому любые выпады со стороны представителей власти против Советского Союза это как раз центробежная сила. Они тоже работают на наших внешних врагов. Такие высказывания. Решение проблемы лично я пока не вижу. Узнал бы, уже бы выглядел. Каждый может думать своей головой. Да. А то некоторые решения проблемы озвучить можно, но пока не будем. Да. Пускай люди думают. Думайте, граждане. А на сегодня все. До новых встреч.